Рассада лилейника гибридного Black Eyed Stella пользуется огромной популярностью среди опытных и начинающих садоводов благодаря неприхотливости и роскошному виду крупных, до 27 см в диаметре, желтых цветов, лепестки которых украшены бордовыми штрихами. Растение отлично впишется в любую садовую композицию. Его можно выращивать на срезку или использовать для оформления берега водоема. Рассада лилейника гибридного Black Eyed Stella ценится за неприхотливость, простой уход, а также способность адаптироваться к любым условиям. На зиму кусты можно срезать на высоту около 30 см от поверхности земли. Лилейник гибридный Black Eyed Stella это травянистый высотой 60-65 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка желто-красная. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 22-27 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.